На главной площади Каспийска состоялся концерт образцово-показательного оркестра войск Национальной гвардии Российской Федерации. Отметим, что концертная программа приурочена ко Дню единства народов Дагестана. Началось мероприятие с гимна республики и нашей страны. Концерт – это отличная возможность встретиться с профессиональными музыкантами, послушать выступления в живом исполнении и получить массу положительных эмоций. Вскоре после приветственной композиции жители города в середине площади развернули государственные флаги Республики Дагестан и Российской Федерации. Стоит подчеркнуть, что почти в каждом выступлении оркестра звучали композиции, посвященные Великой Отечественной войне. Так, например, лауреат Всероссийского международного конкурса Дмитрий Чеботарев исполнил песню «Журавли» по словам великого поэта Расула Гамзатова. Мне кажется, порой, что солдаты с кровавых, не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в оркестром и приглашенными гостями были исполнены хиты всех времен. «Последний бой», «Песня женщины», «Марш воспоминания», «Осенний сон» и многое другое. Продолжился концерт яркими и красочными номерами воспитанников детской школы эстрадной песни и танцоров студии «Лезгинки Арс». Они продемонстрировали такие номера, как «Танец орлы» и массовую зажигательную лезгинку, которые не оставили равнодушным никого из присутствующих.